Всем привет, была у меня бушная Audi A4 B5 1.8T от Вэйли. Какой она была, видели на фотке. Перекрасил я все в белый цвет. И салон, и дно. Вот, в салоне проработал приборную панель, там коробку передач, рычаг коробки передач подкрасил, там между сиденьев типа ручник, так вот руль. Так, по мелочи, на лобовом стекле наклейка Audi A4, надеюсь, видно будет. Сверху вот это от ногтей, такая, как декаль на ногти. Я купил, думаю, наклею на какую-нибудь тачку, которую пофиг, в принципе, по-своему смотрится. Сделал такой вагон, вот, ну, ее я не стал склеивать, потому что я после видео вытащил из нее батарейку. Тут вот номер мой, глушитель я тут проработал, такую трубу поставил, а то было как-то сделано. Также дно, глушитель подкрасил на дне, буквы выделил. Маркер толстый, поэтому как получилось, я особо не старался. Вот. Колес, конечно, отвесты. Ну, тоже по-своему идут, оставить какие-то крутые колеса неохота, дорого. Вот, спереди. Так это выглядит. Прикольно, что у Вэйли тут радиаторная решетка отдельным пластиком элементом идет. Поэтому ее вытащил, покрасил и обратно вставил. И в принципе прикольно. Вот. Так вот выглядит. В салоне между передними и задними сиденьями в ногах выключатель. Тут, конечно, там батарейку. Контакт плохой, поэтому может пропадать свет. Спереди так горит, сзади поярче. Так выглядит в темноте. Сзади, конечно, поярче светит. Спереди, ну тут, конечно, батарейка маленькая, уже что-то садятся. Славненькая, конечно, батарейка. Ну, в принципе, можно было побольше поставить, тогда бы пришлось салоном немного пожертвовать. Ну, в принципе, для видео пойдет. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока.